А страны Ближнего Востока окутало огромное пыльное облако. Метеорологи заявили, что это самая сильная пыльная буря за последние 75 лет. Загрязнение воздуха почти в 10 раз превышает норму. От непогоды пострадали тысячи людей в Израиле, Сирии, Ливане, Турции и на Кипре. Есть даже погибшие. Жертвами сильного ветра стали 8 человек. Ситуацию усложняет сильная жара. Отменены авиарейсы. Это достаточно уникальное явление в этот момент года и с этой стороны. То есть обычно пыль идет к нам с запада или с Египта, можно сказать, с юго-запада. В этот раз она пришла именно с севера, с сирийской границы. И то, что она осталась у нас тут на довольно-таки долгий период, это все из-за того, что мы находимся именно в этот период времени годовой. То есть у нас сейчас, в общем-то, по погоде похоже очень на лето. И ветер не очень сильный, некому эту пыль сдвинуть куда-то с наших границ. И, в общем-то, вся эта пыль будет стоять несколько дней над нами.